Чувашии остро стоит вопрос нехватки мест реабилитации для больных с расстройствами психики. Сегодня Михаил Игнатьев посетил республиканскую психиатрическую больницу и Шомиковский психоневрологический интернат. Свыше 250 пациентов республиканской психиатрической больницы ожидают дальнейшей госпитализации в интернаты. Из них 70 человек, не имеющих родственников, вынуждены жить в стенах больницы, что нарушает имеющиеся санитарные нормы. В прошлом году в Шомиковском психоневрологическом интернате были отремонтированы помещения содержания пациентов и хозяйственные корпусы интерната. В этом году на улучшение материально-технической базы запланировано выделение свыше 1 000 000 рублей. Однако проблему нехватки реабилитационных мест это не решает. Улучшить ситуацию может организация в Чувашии дополнительного интерната для взрослых и открытие специального отделения для пациентов, утративших социальные связи. На его создание и последующее содержание потребуется чуть более 41 000 000 рублей. Александр Гаврилов, Сергей Рябчиков, Республика.